Первый день каникул воспитанники станции юных техников вышли на центральную площадь с плакатами, чтобы привлечь внимание водителей. Вместе с сотрудниками ГАИ они останавливали машины и вручали автомобилистам памятки по правилам дорожного движения. С наступлением осенних каникул маршрут детей поменялся. Если в учебное время в основном они ходят в школу и домой, то во время каникул школьники гуляют в разных районах города. Чтобы обратить внимание водителей на то, что наступили каникулы, воспитанники станции юных техников нарисовали плакаты и вышли на центральную площадь. Я хочу, чтобы водители были очень осторожны и соблюдали правила движения. Потому что сейчас уже начались каникулы, и чтобы они были внимательны к детям на дороге. В проведении акции детям помогали сотрудники ГАИ. Они останавливали автомобили, а школьники проверяли у водителей права и вручали им памятку, в которой разъяснялись правила поведения на дороге, касающиеся детей. Здравствуйте, СССР ДПС 19 мая. Профилактическое мероприятие проходит у нас. Памятку вам вручает вот ребенок. Будьте аккуратнее на дорогу, соблюдайте правила дорожного движения. Мы хотим, чтобы родители обратили внимание на дороге, что у них есть свои дети, были очень осторожны. Дети хотели обратить внимание водителей на то, что сейчас рано темнеет. Поэтому надели жилетки со светоотражающими элементами. Станция юных техников проводит такие акции уже не в первый раз, считая, что практические напоминания необходимы юным пешеходам и опытным водителям. Дарья Белозерова, Алексей Горелкин, Новости ТВ Рассказово.